Это ты язык не можешь вытащить? Вытаскивайте язык, показывай. Фамилия. Ваша. Зачем? Что вы сделали с Эдиком? Что вы сделали с Эдиком? То и сделали, что сделали. Ева. Чивибло, что с тобой? Ты что засолился? Выглядишь как говно Эдика. Кирилл, выключи стрим. Спасибо, ББ, за пятихатку, блин. Не спи сейчас. Need help. Блять, если вы там разольете что-нибудь или разобьете, блять. Нет. Вы отсюда не уйдете, пока ваши родители не доплатят за то, что вы это. Семен, будешь драйв, блядь, серьезно говорю. А то, блядь, привыкли, да, это на дерьмовщинку, блядь. На дерьмовщинку, блядь, не выключишь. Семен, здесь мокро. Зачем ты растаскиваешь мокрую кубу? Я скажу, блядь. Там табурет найдутся, правда, конечно, сходит. Да. Значит, ребят, блядь, рука так не будет, что не мешает. Стол отодвинет, да? Давно пьете уже? Неделю, больше недели пьет. С Нового года? Не с Нового года, не прям так сильно. Горячка началась белая, да? Да не знаю, не вроде. Вечером не, было, он нет? узнает всех, было? Разговаривает. Было. Да. Сигаретку? Пока не кури. Пока не кури, Эдик. Курить себе вредить. Табурета нет, только такие, да, стульчики? Да, только такие. Но вот этот покрепче. Давай туда. Вы лежите, а я спустя на план подвинусь. Поближе сюда ложитесь. Поближе ко мне. Это отодвигается, если что. Ну давайте уберем ее. Вот ее убрать надо вообще. Ага, хорошо. Все, супер. Вы на него сядете? Нет, я сяду на стул. Водку пили? Да, он только водку пьет, ничего кроме водки. Сна нет давно уже? Нет, спит он как раз таки круглыми сутками спит. Доза большая? Он до этого не спал, буквально там по 3 дня не спал. Литр? Пол-литра? Больше. Больше. Больше, чем пол-литра, да? И время заходит непонятно. Сколько дней пьет? Месяц? Сколько? Реально. Сколько реально? Дня три.
Какой я дикий, ну какие? Пять дней только у меня. Какие хронические заболевания у вас есть? Чем болеете? Расскажите нам. Больницы, лечились, чем? Туберкулез у него был только и все. Он его вылечил. Несколько лет назад, ну, лет 5 назад. Вот такие как две есть. А сколько у него сейчас забиение было? А? 103. При том, что в спокойном состоянии, и он спал. Язык показывает. Язык высунуть. А, язык высунуть. Открывайте его. Высовывайте язык сильнее. Судороги давно уже, да? Давно судороги? Давно? Это язык не можешь вытащить? Вытаскивайте. Вытаскивайте язык, показывайте. Немножко он открыт еще ничего. Не ест ничего, наверное, да? Не, ест вот. Не, ест хорошо, чуть-чуть. Нормально. Просто ему сложно из-за того, что у него вот этот тремор рук. Трясется. А, рук трясется. Таблетки запить надо, дайте, пожалуйста. Шаят, принеси воду, вот там стоит. На... Под телевизором. Ну вот. Сердце-то больное? Одновременно. Больное? Ага. В туалет по-большому ходили когда? Недавно? Цвет какой был, Кала? Все нормально. Ну, вот уточнил. Цвет мочи какой? А? Моча какого цвета? Нормально. Сотрясение мозга было в последнее время, нет? Не было. Все с водой. Ну как, он единственное падал, когда это было? Ну. В сентябре я пошатнулся, когда в туалет был, и ударился затылком о мою ванну. Терял сознание? Нет, он не терял сознание. Разжевать, выпить таблетку вот эту. Возьмите таблетку вот эту, возьмите. И разжуйте ее. И запить водой. Посмотрите. Да? Ну все. Разжимать надо. Глотаем. Михалыч, это не вредите даже. Проглотил? Ложись. Все, ушла таблеточка. Нормально? Ложись. Сейчас дальше обследуем. Давление надо мерить. Давление мерить надо. Давление. Когда же нервовался у вас? Ложись. Никогда. Руку. Руку не надо. Давление. Ой, футболку вообще снимем вот эту. Поднимайся. Ой, поднимись. Снимем. Ловко, снимите. Давай-ка снимите кофту вот эту. Кофту снимите, мне не смерить давление, она толстая, верхняя кофта. Не вот это, а вот это вот. Снимайте ее. Поднимайтесь и снимайте. Да. Сегодня какое число-то? Давай. Сними мне давление, мерить надо. Давай. Снимайте кофту, я померяю.
Руку мне. Сейчас мы его сведем, хорошо, кардиограмму с ним посмотрим, что сердце. Посмотрим. Ну, в прошлый раз то же самое, да, кардиограмму. Забирали. А нет результатов его кардиограммы? Нам в прошлый раз сказали, что они девушки приезжали, но если в октябре, я не уже вспомнил, что ребят. Девушки сказали, что... Это перед днем рождения, да, в сентябре. В сентябре, значит, да. Значит. Они сказали, что они забирать не смогут без... Да, без родственников и ничего. А он был с родственником? Он как на четыре раз делать не хотел, мы его уговаривали. Да? Его? Эдуард. Сто сорок на 90. Запиши пульс. 140/90. Так, пульс 104. Сатурация 96. Сатурация сколько, да? Почему это норма? 96 норма. Курица, да? Курят еще как курят. А, да, много-много яву курят. Да, да. Понятно. Пока больше ничего они не знают. Сейчас буду дальше смотреть. Так, Эдуард, к нам в клинику поехали. Что боитесь? Да. Нет, мы там его... Если в клинику ввести, то мы все стабилизируем, когда-нибудь снизим, может, придется помочь. А тут не так? Ну, если тут лечить, прокапать, то дорого будет. То есть нормально, чтобы результат был, надо дорого. Ну, у нас есть как бы услуга домашний стационар в дому, то есть мы приезжаем несколько раз, ставим гемотерапию, да? Вот, и там замещают полноценное пребывание стационара. Угу. Нет, мы рассчитывали просто, чтобы вывод из запоя. Это долго, у меня запой большой, состояние очень тяжелое, не делили, значит, вообще стационар, честно говоря, не очень плохое состояние. Нам девушки в прошлый раз тоже говорили. В прошлый раз, давайте забудем. Вот у нас сейчас есть молодой человек. Но он не молодой довольно. Вот, с тяжелым состоянием. Ну, мне в прошлый раз девушка предлагала какие-то капли за 52 тысячи, но я как-то ей сказал, что надо таким как бы... Ну и давайте не будем смотреть, кто что там, когда. Вот у нас, вы сегодня одну болезнь болеете, завтра другой. Проходит неделя, ногу сломали. И что, вспоминать, как вам кто что говорил в жизни, это не серьезно. Вот по факту, что у нас есть сейчас. Просто денег немного, поэтому мы за эти касами платим. Ну, еще перцовочные там пластыри остались какие-то. А перцовочные вообще тут ни к чему. Ни к чему? Вообще никак. Михалыч. Ну ладно, ладно. Ну, большая терапия нужна, серьезное состояние. Ну а капельницу ему нельзя сейчас делать? Ну капельница денег стоит. Нет, нет, ну на дому вот сколько там, 7 тысяч. Это вообще ни о чем, вообще ни о чем. Ничего ни о чем, это бессмысленно, выбросить денег, да, скорее всего. До такого состояния ни о чем. Стацию надо возить. Ну так что, Эдик, поедешь? Нет. Почему у них тут есть Евтрак? Расскажите нам. Стас тоже денег стоит, знаете, да? Что? Стационар тоже денег стоит. Ну, так, а сколько? Там сутки пребывания получается 7 тысяч. Но там его капать его 3 раза в день, и при этом питание включено еще. То есть палаты, комфорт, там, душ, туалет, телевизор. То есть, ну, это все анонимно, сейчас на клинике наши. То есть никуда данные передаются. Это, конечно, будет более эффективно, нежели в данном случае. Ну так что, Эдик, поедешь? Нет. Почему у них тут есть Евтрак? Расскажите нам. Стас тоже денег стоит, знаете, да? Что? Стационар тоже денег стоит. Ну так, а сколько? Там сутки пребывания получается 7 тысяч. Но там его капать будет 3 раза в день, и при этом питание включено еще. То есть палаты, комфорт, там, душ, туалет, телевизор. То есть. Ну это все анонимно, сейчас на клинике наши. То есть никуда данные не передаются.
Это, конечно, будет более эффективно, если вот так. Михалыч, чуть-чуть Ира звонит. Зайдите, Петровна, сейчас. Хорошо. Так, Эдуард. Эдуард. Слышите меня? Да. Фамилию мне скажите, пожалуйста. Эдуард, фамилия какая? Фамилию свою назовите, пожалуйста. Эдуард. Какая у вас фамилия, Эдуард? Ответьте, пожалуйста. Фамилия ваша какая? Фамилия ваша. Зачем? Можете любую сказать, нам просто надо любую, дать. Любую, мы запишем. У нас все анонимно, все равно ваши данные никуда не передаются. Конечно. Не переживайте. Любую назовите свою. Любую. Давайте я придумаю. Придумать фамилию? Маранди. Придумай. Маранди. 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 Через О начать? Да, Маранди. Но это не придумано, это настоящее. Эти просто из полушек, из немцев. Отчество. А? Отчество. Альбертович, по-моему. Или Адольфович. Ну какая-то немецкая. Ну, тошнота есть у вас еще? Адольфович, по-моему. Тошнота Адольфович. Есть? Я написал. Тошнит сейчас? Тошнота есть? Нет. Сегодня вот сколько вы выпили? Вот рождение какой получается? Так. Как не сколько? 47 ему, 49. Пило. Давайте. Вот около 0,5, наверное. Да, он немного выпил. 73. Аллергия есть на что-нибудь? Аллергия, нет? Вы лечите сами намеренно вообще от этого всего дела? Да. Так, может, в клинику поедем? Там у вас нормально? Конечно. Дома-то вам не выйти нормально. Сутки по 3 капельницы. Это частная клиника, не государственная. Частная. Там нормально все. Нормальный уход. Питание. Не надо. Нет, нет. Нет и нет. Нет и нет. Что ты тут скажешь-то? Согласен на медицинское вмешательство. Без галочки подпись. Все, иди к минус хата. Плюс кредит. Нет. Так, вот здесь сверху подпись. Потому что он капельницу поздравит. Отказ от госпитализации вот здесь, чтобы ты не поменялись с нами. И ниже подпись, вот здесь еще. Потому что там нет претензий. Так, вчера ты кому-то плачешь? Я. Ну, смотрите, у нас стандартная капельница это 7000 рублей, да. Вот, но она делается, когда человек, например, выпил день-два, погулялся, то есть она не пьющий человек. Ну, поможет. А когда запой уже идет 2 недели, здесь нужно добавлять доп. Препараты дополнительно. Вот, которые мы направили. Ну, в прошлый раз его по классике прокапывали, и нормально он 1.5-2 дня отоспался. Ну, день-полтора он отоспался, и все хорошо, как новенький был. Мы не знаем, какая была симптоматика в прошлый раз. А такая же была, вот, та же водочка была. Абсолютно. Даже марка, по-моему, та же была. Да, Эдик? Ты же то же самое, по-моему, пил. Путинка.
Ну, все. Мы не говорим про то, что он пил, мы говорим про его состояние здоровья. Да, все из-за наворачивайтесь, мышцу пол будет вам сделан. Нет. В мышцу. Ягодицу. Успокойся. В чем дело? Олег, давай переворачивайся, укольчик сделаем и все тебе. Тебе люди добра желают. Что? 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 Тебе никто никуда не повезет. Никто никуда не повезет уже. Мы подписали отказ от стационара. Подписали, никуда не поедешь. Никуда не поедешь. Все, Олег, никто тебя никуда не повезет. Давай, поставим кнопку и все. Чтобы тебе хотя бы лучше было. Ребята подтвердили. Было отравление надо сделать. Это обыкновенная фигня. Это хуже. Хуже. Что хуже? Давление у вас высокое. У тебя давление высокое. Давай поворачивайся. Сделаем так. Ложитесь. Эдик, все равно уже поехали. Деньги уже заплатили. Давай. Ну стойку и поехали. Давай. Все, не хотите, мы уедем сейчас тогда. Тогда домой поедешь. Следом точно домой поедешь. Ну, вы лечиться-то будете? Просто понимаете, наш выезд тоже оплачивается, потому что мы потратили... Конечно, мы бесплатно не любим супервизм. Выезжайте. Эдик, ты тоже поедешь. Там делов на минуту, ну реально. Ну, повернись, я сделал тут, я лучше... Потому что он поедешь. Умрет туда и все. Ты ваш все уже оплатили, давай, делай. Тебе лучше будет. Нет. Что нет? Пойдем. Нет, нет, чего сейчас. Угу. Смотрите, он как бы без его согласия тоже не может. Ну да. Эдик, все, ты поедешь домой. Сегодня поедешь домой. А у вас вставить карточку можно? Нет. Положите. Сейчас попробуйте. Пусти. 7000 рублей. Либо переводом могу. А давайте тогда переводом лучше. Только номер карты, не номер телефона. Угу. Сбербанковская пойдет? Да. Какой номер? 4276 38 00 4639 01 96. У вас там получатель отображается? Нет, там. Давайте. Ну это виза, это виза. Так, 4276 38 00 4639. У него состояние тяжелое, да, получается? Конечно. Ну, смотрите, как бы у него состояние такое, что он сейчас просто, я так понимаю, намерен дальше пить, и сейчас он не хочет. Все просто. Как бы он не допил еще до той кондиции, когда ему будет совсем прямо, чтобы быть согласен лечению или стационар. Да, пускай пьет тогда. Я перевел 7000. Да, я получил. Так, смотрите, чек я вам не могу оставить, но терминал не работает. Ну, да ладно. Написать? Не надо. Хорошо. Смотри, до свидания. Thank you.
Че тебе надо? Алло. Че тебе надо, говори сразу. У меня время. Там блочка у вас закрыта, можно открыть? Блочный дверь. Что творится? Алло. Сейчас. Кличка. Ну, блядь, не нужна нам клиническая служба. Клиническая служба. Что вы сделали с Эдиком? Что вы сделали с Эдиком? То и сделали, что сделали. Что сделали? Блядь, с мазухой говорите, блядь. Это как с квадратом каким-то. Сэдика вообще. Нет, так получается. Эдик, ты как? Ты что на него садишься? А, плохо ему будет, да? Ну как он мне сказал, иди ебись с Эдиком. Блядь, ты как бы, блядь. Ну блин, ну что? Ну что мне? Что, я опять на базу все? I'll be back with my chat.